В этом году исполняется 178 лет со дня рождения поэта, просветителя и философа Абая Кунанбаева. В память о творчестве великого просветителя в столице по инициативе молодежного крыла партии «Аманат» состоялась литературная встреча. В ней приняли участие известные казахстанские молодые поэты, писатели и творческая молодежь. По словам организаторов, подобные мероприятия пройдут во всех регионах страны. Здесь главная цель – это распространение и пропаганда всех идей, о которых в свое время писал великий мыслитель. Такого формата мероприятия пройдут во всех 20 регионах. Мы ожидаем, что всего в этих мероприятиях примет около 20 тысяч молодых казахстанцев.